одним из актуальных направлений кардиохирургии является совершенствование протезов клапанов сердца. Наряду с механическими клапанами широко применяются биологические протезы. Один из них – БАКС, биологический аортальный клапан свиной. Изучение свойств и функциональной анатомии естественного аортального клапана и оригинальная технология обработки биологической ткани позволили создать биопротез, принципиально отличающийся от ранее известных. Естественный клапан находится в начальной части восходящей аорты, ее корни, и вместе с ней составляет клапано-аортальный комплекс. Он состоит из трех полулунных створок, фиксированных к фиброзному кольцу с отходящими от него комиссуральными стержнями. Вершины комиссуральных стержней замкнуты арочными гребнями. Эти элементы образуют функциональный каркас сложной пространственной конфигурации. Против створок расположены стенки синусов, играющих роль, естественно, демпферов гидравлической нагрузки. Фиброзное кольцо имеет треугольную форму и состоит в основном из коллагеновых волокон. Комиссуральные стержни также состоят из строго ориентированных коллагеновых волокон. Арочное кольцо составляет утолщение внутренней эластической мембраны с увеличенным числом эластических и коллагеновых волокон. Биомеханическая оценка свойств всех элементов клапанно-аортального комплекса проводилась на испытательной машине «Инстрон» в МВТУ имени Баумана. Прочностные и деформативные характеристики регистрировались в условиях одноосного растяжения образцов до разрыва. Исследование показало, что наиболее жестким является фиброзное кольцо. Затем следуют комиссуральные стержни и арочное кольцо. Наименее жесткими оказались стенки синусов и восходящая аорта. Это и другие исследования, доказавшие наличие в корне аорты каркаса, позволили сделать открытие, по-новому представившее функционирование клапанно-аортального комплекса. В верхней части схемы кривые давления в левом желудочке и давление в аорте. В нижней – фиброзное кольцо, арочное кольцо, створки, аортальные синусы. Это фаза максимального изгнания крови по аорте. Все элементы комплекса растянуты. В полостях за створками создаются завихрения крови, которые регулируют угол наклона створок и поток через клапан. Затем поток крови по аорте и давление в ней снижается. Растяжение арочного кольца и комиссуральных стержней уменьшается. Створки спадают и готовы к закрытию. В протодиастолической фазе створки смыкаются. Благодаря деформации синусов створки натягиваются и образуют плоскую мембрану. Гидравлический удар ослабляется. В фазе изоволемического расслабления все силы, действующие на элементы комплекса, уравновешиваются. Комиссуры удлиняются, края створок поднимаются по оси клапана.
фазе изоволемического напряжения края створок продолжают подниматься, не оказывая сопротивления потоку крови. Перепада давления нет. Показываем в замедленном темпе весь цикл работы клапанно-аортального комплекса. Благодаря перемещению элементов каркаса уменьшается нагрузка на створки клапана. Эту нагрузку каркас принимает на себя. Поэтому при создании бакса было необходимо сохранить все элементы и свойства естественного каркаса. С этой целью создан поддерживающий каркас из полипропилена, повторяющий структуру и механические свойства естественных элементов корня аорты и позволяющий уменьшить нагрузку на створки клапана. Каркас обшивают полиэфирной тканью с манжеткой для фиксации биопротеза. Внутри прокладка из фторопласта. Создание биопротезов начинается с механической обработки клапанно-аортальных комплексов. После удаления аортальной створки митрального клапана и мышечной части в основании правой коронарной створки комплекс промывают в проточной воде. Затем помещают в раствор фермента террелитина, который в подобранной концентрации не обладает коллагено- и эластолитическим действием. Раствор с биопрепаратом выдерживают в термостате. На следующем этапе проводится дезактивация фермента. Продукты гидролиза экстрагируются последовательно в растворах поваренной соли возрастающей концентрации. После отмывки от соли в проточной воде и рыхлого тампонирования для предохранения створок от деформации, комплекс помещают в слабый раствор глутарового альдегида. Для равномерной обработки ткани препарат через 7 суток переносит в растворы большей концентрации, а окончательная структурная стабилизация заканчивается через 35 суток после полного насыщения ткани альдегидом. В результате обработки из биоткани удаляются клеточные элементы, межклеточное вещество и водорастворимые белки, основные носители антигенных свойств. Остающаяся ткань состоит из коллагена и эластина, химически сшитых между собой молекулами глутарового альдегида. Иммуногенность биологического материала изучали на сильно аллогенных линиях крыс ВАГ и АГУСТ. Животным проводили подкожную имплантацию нативных клапанно-аортальных комплексов и комплексов, подвергнутых различным обработкам. Через 28 суток на фоне сенсибилизации пересаживали кожный лоскут от той же линии крыс. И по скорости его отторжения судили об иммуногенности используемых клапанно-аортальных комплексов. Исследования показали, что при сенсибилизации нативным комплексом отторжение лоскута происходит на 5-е сутки. Обработка только полупроцентным глутаровым альдегидом увеличивает этот срок до 7 суток. А применение ферментативно-химической обработки увеличивает срок отторжения кожного лоскута до 9 суток, как и в несенсибилизированном организме. Этим доказано значительное снижение антигенности биологической ткани после предложенного метода обработки, что является принципиальным отличием бакса. После обработки приступают к монтажу биопротеза. Эта работа осуществляется в стерильных условиях и во влажной среде.
каркас подбирается строго по размерам комплекса. Особое внимание обращается на достаточную естественную кооптацию створок. Устье правой коронарной артерии ушивается. Комплекс располагают на каркасе так, чтобы вершины комиссур соответствовали серединам сегментов верхнего разрезного кольца каркаса. Непрерывными обвивными швами по сегментам фиксируется арочное кольцо комплекса. В промежутках между непрерывными швами накладывают три П-образных шва. Затем фиброзное кольцо основания комплекса фиксируется непрерывным швом к нижнему кольцу каркаса. Качество сборки биопротеза необходимо тщательно проверить. Работа протеза оценивается на испытательном стенде. При этом обращают внимание на замыкательную функцию клапана и площадь гидравлического сечения. Конструкция клапана и низкая антигенность его ткани значительно повышают долговечность предлагаемого биопротеза. Стерилизацию и хранение осуществляют в полупроцентном растворе глутарового альдегида. Биопротез герметично упаковывают и выдерживают в термостате 10 суток. После проверки стерильности биопротез готов к использованию. БАКС применяют для замены митрального, аортального и трикуспидального клапанов. В предоперационном периоде методом ультразвукового исследования оценивают состояние створок клапана у больных. По одномерной эхокардиограмме судят о наличии выраженного фиброза и кальциноза. При двухмерном обследовании видны значительно утолщенные и деформированные створки. Противопоказанием к биопротезированию является септический эндокардит и молодой возраст пациентов. Все операции выполняются в условиях искусственного кровообращения и холодовой кардиоплегии под контролем мониторно-компьютерной системы. Представляем основной этап операции замены митрального клапана. После измерения внутрисердечной гемодинамики регистрируется степень регургитации и перепад давления на клапане. После остановки сердца и вскрытия левого предсердия измененный митральный клапан иссекается единым блоком вместе с папиллярными мышцами. Видны грубые изменения створок, подклапанные сращения –
фиброзное кольцо митрального клапана прошивают П-образными швами на тефлоновых прокладках. Всего накладывают 12-18 атравматических швов. Тщательно промыв биопротез в физиологическом растворе, приступают к его имплантации. Фиксирующие нити проводятся строго через манжетку протеза. В ходе имплантации биопротез постоянно орошают физиологическим раствором для предотвращения створок от высыхания. По лигатурам клапан перемещают в митральную позицию, швы завязывают. Затем швы отсекают от манжетки. Клапан прочно фиксирован к фиброзному кольцу. Теперь восстанавливают сердечную деятельность. Отключив аппарат искусственного кровообращения, на фоне стабильных показателей гемодинамики оценивают адекватность работы биопротеза. Регургитации на протез нет. Перепад давления составляет 2 мм ртутного столба. В послеоперационном периоде при фонографическом исследовании работа биопротеза практически не отличается от работы нормального клапана. При ультразвуковом исследовании определяются сигналы от передней и задней поверхности каркаса и движения створок в систолу и диастолу. При двухмерной эхокардиографии в сечении сердца по длинной оси видны каркас и нормальная работа створок. Объективная оценка отдаленных результатов проводится с помощью дозированной физической нагрузки. У пациентов после биопротезирования потребление кислорода в ответ на нагрузку повышается, что соответствует работоспособности здоровых людей. Статистический анализ показал, что до операции средний функциональный класс на всю группу оперированных составил 3,9. То есть все находились в третьем-четвертом классах. В отдаленном периоде после операции средний функциональный класс составляет 2, и состояние большинства оперированных соответствует первому-второму классам. Создание и внедрение в клиническую практику биологического протеза клапана сердца БАКС значительно улучшило результаты протезирования. Большинство больных не нуждаются в антикоагулянтной терапии. Они возвратились к нормальному образу жизни.